Давай. Всем привет! Меня зовут Данил. Меня Костя. Сегодня в нашем видеообзоре перчатки iGloves. Это перчатки для сенсорных экранов, и они представлены на рынке в широкой цветовой гамме. Это одноразмерные перчатки. One size. Они подходят как на мужскую, так и на женскую руку. И для детей-гигантов. Чем они отличаются от обычных перчаток? Хороший вопрос. Дело в том, что чтобы сенсорный экран телефона или планшета реагировал на наши касания, необходимо, чтобы в кончиках пальцев была вшита токопроводящая нить, что в принципе здесь и сделано. Трех пальцев, как здесь, так и здесь, вшита токопроводящая нить. Спонсором сегодняшнего обзора является интернет-магазин TouchGloves PPUA. Они любезно предоставили нам эти перчатки для видеообзора. Ссылки в описании.